Всем привет, с вами Виталий. В этом видео я покажу, как можно провести быстренький ремонт противомоскитной сетки. Это пока временный ремонт я делаю, просто залеплю скотчем с двух сторон получившееся отверстие в сетке там. Но хотел рассказать не о этом простом способе, а вообще о ремонте данных сеток. А сетку можно купить на рынке, стоит она порядка 40 гривен или 100 российских рублей за погонный метр, метр на метр 40, допустим, или метр 20, и ей можно отремонтировать уже 2-3 противомоскитных сеток. Меняется сетка довольно-таки легко, вынимается уплотнительная резинка, вставляется обрезанный кусочек и резина на место. То есть, ну, придется затратить время, но внешний вид будет уже гораздо лучше, чем вот это вот временное решение. Также можно, не используя эту раму, если у вас нету противомоскитной сетки, смонтировать ее прямо в окне, тоже там уплотнительную резину снять, поставить сетку и обратно резиной ее зафиксировать. И еще такой момент, вместо сетки можно использовать агроволокно. Но это в случае того, что если у вас пыльная сторона улицы, пыль летит в квартиру, агроволокно будет выступать в роли такого простого фильтра от крупных частиц. Внешний вид, конечно, такой будет не очень, но дышать будет хоть чем-то, то есть без пыли. Ну, это все, что я хотел сказать по-быстрому. С вами был Виталий, спасибо за внимание, пока.